Козлов. Мало кого так ненавидят в зоне. Он безжалостен, но на мыслителя не похож. Несмотря на интеллигентный вид, он просто бешеный пес, которого Нар спустила с цепи. И все же ты можешь узнать у него много полезного. Возможно, он твой пропуск внутрь станции. Плохие новости, Игорь. Что случилось? Козлов собирается покинуть базу Нар. Удачно он выбрал время, скажи. Не то слово. Значит, план меняется? Иди в отель Полесье, верхний этаж. Там отличная позиция, хороший обзор. Сможешь легко выследить Козлова. Движение. Отлично. Так и будем действовать. Это приблизит нас к свершению крысиного короля. Ты чокнутый старый хрыч, таракан. Но ты мне по душе, потому что любишь баламутить воду. Работать с тобой одно удовольствие. Может, ты далек от просветления, но зато сердце у тебя на месте.
Я на верхнем этаже. Нашел здесь бинокль. Отлично! Удача сопутствует храбрым мышатам. Вижу его, генерал Козлов собственной персоной. Главная крыса. А теперь слушай внимательно, мышонок. Ему нора в здании справа от тебя, на верхнем этаже. Пора действовать. Соберись с духом и вперед, мышонок. Мне бы помощь не помешала. Что-то, что отвлечет их внимание. Да. Выманить остальных хищников подальше. Хорошая мысль. Используй генератор, чтобы запустить колесо обозрения. И они слетятся к нему, как мотыльки. Как мотыльки? На минуту-другую это, может, их и отвлечет, но ненадолго. Есть идеи получше? А то! Надо наоборот. Отключить генератор. Это их ослепит. И ты сможешь без проблем пробраться мимо охраны прямо к цели.
Ладно, я у генератора. Что происходит? Даже не пытайтесь, генерал. Вы не успеете дотянуться до оружия. Эта беседа пойдет не так, как вы себе представляли. Серьезно? А я думал, вы цивилизованный человек, интеллигент, ученый. Я ошибался? Неважно. Мои люди уже окружили здание. Вы в ловушке. Любопытно посмотреть, как вы выкрутитесь из этой ситуации. Да ладно! Он просто пытается выкрутиться! Убей его сейчас же! Не дай заморочить себе мозги! Прошу прощения, генерал. Обычно я так не поступаю, но вы не оставляете мне выбора. Стойте! Вы совершаете огромную ошибку! Я могу о многом рассказать, сообщить полезные сведения. Лживый ублюдок! Заканчивай с ним! Вы хотите узнать о Татьяне, так? Тогда я тот, кто вам нужен. Давайте поговорим. Ладно. Считайте, что я купился. Надеюсь, у вас действительно есть все ответы. Вы рассчитывали меня впечатлить? Я видел такие раньше. Не усугубляйте свое положение. Шевелитесь. Значит, вот так это выглядит изнутри. Удивлены? Выходит, не такой уж вы всезнающий. Ну, скажем так, базы террористов не моя специализация. Но я знаю все, что мне нужно. Это что, семейный совет? Очень жаль. Я думал, мы поговорим как мужчина с мужчиной, профессор Хименю. Что за нахер? Зачем ты притащил сюда этого урода? Ты должен был наказать его за то, что он натворил, и оставить его труп в наседании остальным. Мой дорогой друг, полагаю, ты ждешь, что я тебя узнаю и извинюсь за то, что сделал. К сожалению, вынужден тебя разочаровать. Я понятия не имею, кто ты, и мне совершенно плевать. Мне все это не нравится. Давай покончим с этим, и побыстрее. Вы бы поосторожнее с ней, Хименюк. Обычно женщины кровожаднее мужчин. Видал я таких, как она в... Хотя это не важно. Как поживаешь, старик? Все гоняешься за своими призраками? Удалось найти этого сказочного крысиного короля? Зря ты не остался в больнице. Там хотя бы хорошо кормили. Сашко Горобец, уважаю твое мастерство, но вряд ли смогу тебе помочь. Или твоему брату. Ну это мы еще посмотрим. Все, с приветствиями закончили. Тогда к делу. Вы кажетесь самым здравомыслящим в этой банде неудачников.
Я надеялся, что мы сможем побеседовать как цивилизованные люди. Я знаю, что вы делаете. Это не очень умно, не оригинально и определенно не сработает. И что же я делаю? Я всего лишь профессионал, который оказался по другую сторону от вас. Я выполняю свою работу. У меня есть племянник, и я очень по нему соскучился. Так что вперед, задавайте свои вопросы. Когда вы закончите, уверен, мы придем к какому-нибудь соглашению. Твой племянник. Расскажи мне о нем. Ему 10 лет. Он из Магнитогорска, как и его отец, как и я сам. Я в жизни не встречал таких сообразительных мальчишек. Ни на секунду не поверю, что вы способны причинить ему вред. Это на вас не похоже, профессор. К тому же вы не знаете, где он сейчас. Не думайте, что знаете меня, Козлов. Это не так. Расскажите мне об экспериментах. Чем Семенов занимается в лаборатории? Я бы с удовольствием, но я занимаюсь поимкой нарушителей, а не исследованием. Моя задача – убедиться, что Семенову никто не мешает работать. Вы лжете. Я все видел. Я сам изучал чернобылит. Как вы можете заявлять, что ничего об этом не знаете? Кое-что мне известно, это так. Я знаю, что он может служить неисчерпаемым источником энергии. Может использоваться для перемещения, или в медицине, или как оружие. Но я не знаю подробностей. Я не ученый, я просто старый солдат. Да, пожалуй. Послушайте, мы с Семеновым не приятели. Он делает важные открытия, но какой ценой? Напоминаю, именно Семенов сорвал эксперимент, из-за которого тени ворвались в этот мир. Знаете, сколько людей я потерял, отбиваясь от этих монстров? Не спрашивайте меня, откуда эти чудовища появились. Я понятия не имею. Может, вырвались из кошмарного сна? У Семенова комплекс Бога. Он верит, что может улучшить человеческий род. Смелое заявление, особенно в этой стране, вам не кажется? Мы почти столетие прожили в тени тех, кто мечтал превратить нас, обычных людей, в некий идеал ангелов небесных. Я давно живу, я многое видел. Вы должны понимать, почему я с сомнением отношусь к таким замыслам. Семенов – источник идей. Да, но не он в ответе за те зверства, которые творятся в зоне. Это ваших рук дело. Хм. Вы вроде не дурак, Хименюк. Как вы купились на эту чушь? О чем вы? Что бы вам ни сказал Семенов, он тот главный кукловод. У него огромное влияние на совет директоров. Совет директоров? Люди с большими деньгами в итальянских костюмах, которые делают деньги из денег. Семенов убедил совет, что может превратить НАР в миллиардный бизнес. Он буквально принес им благую весть из мира инвестиций. Но Семенов не хватает людей, не пытает их, не наполняет братские могилы телами гражданских. Это делаете вы. Неудивительно, что вы получаете искаженную картину, раз слушаете только одну сторону. Да вы что? И какая же у вас версия событий? Это зона боевых действий. Я отвечаю за безопасность своих людей. Я делаю свою работу. Случайные потери неизбежны в любом конфликте. Но поверьте, я сыт по горло страданиями гражданских. И я все усилия прилагаю, чтобы свести эти потери к минимуму. На самом деле меня интересует только одно. Где Татьяна? Тот самый призрак, за которым вы гонитесь? Красивый сон? Я не знаю, что сказать. Вы начальник службы безопасности. Неужели у вас нет доступа ко всему, что происходит на АЭС? Профессор Хименюк, послушайте меня. Я здесь ради денег. Хочу выйти на пенсию в приятном местечке и отправить племянника в университет Лиги Плюща. Я не интересуюсь ничем, что не касается напрямую моих людей и моей работы. Если вы не скажете мне, клянусь, я... Я не могу сказать то, чего не знаю, профессор. Семенов главный по этой части. Разговаривайте с ним, если хотите узнать про эксперименты или про барышню эту, Татьяну. Как мне попасть на станцию?
Вы ставите меня в неловкое положение. Хотите, чтобы я выдал информацию, которая приведет к потерям среди моих людей и сотрудников из гражданских? И вам хватает наглости говорить о потерях среди гражданских? Не могу поверить, что вы решили разыграть эту карту. Повторяю вопрос. Назовите пароль и отзыв для входа на станцию. Не глупите! Вам с вашей бандой бродяг никогда не выбраться со станции живыми. Мне плевать. Вы знаете, где мы сейчас? Нет, я не представляю, что это за место. Давайте пропустим игру в угадайку, и вы просто мне объясните. Сейчас мы в туннеле между двумя сингулярностями. Такой маленькой черной дыре. Этот туннель позволяет срезать путь во времени и пространстве. Потрясающе, правда? Но чтобы им воспользоваться, надо знать, как войти и как выйти. А, я понимаю, к чему вы ведете. Уверены? Мне даже не нужно вас убивать. Я могу просто оставить вас здесь. Но не рассчитывайте на скорую смерть. Растяжение времени этого не допустит. Вы никогда не увидите племянника. Но, может, я выпущу вас перед его похоронами, когда он умрет от старости. Вижу, жестокость ваших сообщников передалась и вам. Что ж, хорошо. Теперь вы готовы сотрудничать? Если обманете, я вернусь за вами, и одними разговорами дело не кончится. Пароль – мы укротили бурю. Отзыв – и оседлали гром. Спасибо. Рад был с вами побеседовать. Вот только что теперь с вами делать? Оставлять его в живых слишком опасно. Мне казалось, с этим мы все согласились. Сначала я хочу задать ему пару вопросов о Руслане. Он мой! Я отправлю его в ад самой долгой дорогой, сволочь! Он всего лишь инструмент в руках крысиного короля. Он сказал все, что мог. Нельзя отпускать на волю эту крысу. Отныне он еще более опасен для нашего дела. Простите, я не могу вас отпустить. Вы совершаете огромную ошибку, профессор. Вы горько о ней пожалеете. Ты должен сделать это, таракан. Это твой крестовый поход. В минуты сомнений нужно травить их всех. Великий небесный крысолов отберет своих, мой дорогой мышонок. Я позабочусь о том, чтобы крысиный король не вмешивался в наши планы. А ты иди. Ты вполне можешь представить, что здесь произойдет. Вы здесь все рехнулись! Шайка сумасшедших! Надеюсь, вы будете умирать медленно и мучительно!
Здорово, профессор кислых щей. Чем занимаешься? Сражаюсь с Нар, тенями и чернобылитом. Ничего нового. Сталкерские будни, а? Кстати, ты мне так и не рассказал, как стал сталкером. Ну, это был жутко долгий процесс. Начать... Что? Ну, мисс... Вот что... Думаю, пуху, но как я с большим... Ну, так, ас... Да. Игорь, нам нужно кое о чем поговорить. Помнишь, ты спрашивал, почему скрытни не лезут в наш поселок? Я рассказала тебе не всю правду. Ладно. Не знаю точно, как это работает, но Матвей придумал способ держать этих чудовищ на расстоянии. У него есть странный порошок. Он зовет его пылью. Но это секрет. Мало кто знает о его существовании. Пыль? Почему ты решила мне об этом рассказать? Потому что теперь я знаю, что ты за человек. Да? Да. Решительный и порядочный. Хотя не всегда знаешь, как вести себя с другими людьми. В общем, пыль тебе пригодится. Советую раздобыть ее как можно скорее. Что ж, если она действует, как ты говоришь, она мне и в самом деле пригодится. Можешь не сомневаться. Хорошо. Займусь этим, как только будет возможность. Волшебный порошок? Верить в такое не слишком в твоем стиле, правда, Игорь? Но если в этом есть хоть доля правды, то у тебя появится шанс одолеть теней. А может быть, даже черного сталкера. Смотри, не нарвись на этих уродов, Игорь. Я слышала по радиосвязи, что они посылают новые отряды в Рыжий лес. Ольга, думаю, я нашел немного этой... как ее? Пыли.
Будь осторожен. Там могут быть скрытни. Да уж, наверняка они где-то рядом. Ты куда это собрался? Не стреляй! Я... друг! Хрена лысого ты, друг! Развернись и шагай, чтобы я тебя больше не увидел! Чего ты психуешь? Я вам помог, забыл? Хочу поговорить с Матвеем. С Матвеем, значит? Ольга ушла, Костя пропал, и наверняка все это из-за тебя. Вот уж помог, так помог! Слушай, мне нужен белый порошок. Порошок, значит? Очередной наркоша. У нас тут такого не держат. Мы чистой жизнью живем. Так, погоди. Да шучу я. Понял, о чем ты. Но ни хрена ты не получишь. Слушай, мне правда нужна эта пыль. Может, мы как-то сможем договориться? Нет, значит, нет. Слишком много всего творится. Костя и Матвей куда-то пропали. На Костю мне плевать. А вот Матвей другое дело. Но мы хотя бы знаем, кто виноват в наших проблемах. Эти ублюдки из НАР. Ну ладно. Я тогда пойду. Прекрасное решение. Проваливай, дружище. Ты это слышала? Ты можешь с ним поговорить? Говорить с этим придурком — пустая трата времени. Есть другие идеи? Иди на кладбище. Ну, это мы его так называем. Матвей раньше ходил туда время от времени. Может, найдешь там его или Костю. Черт. Разве это кладбище? Больше похоже на братскую могилу. Знаю. Но кладбище звучит как-то достойнее, правда? Наровцы раньше сбрасывали сюда тела. Фосфор, известь. Со временем они все разрушают. Я нашла там маму. То, что от нее осталось. Что? Почему ты мне не сказала? Больше ничем не хочешь поделиться? Не хотела, чтобы ты узнал об этом месте раньше времени. К тому же у всех есть тайны. Вопрос в том, насколько они безобидны. Я смотрю, Костя, если ты не против. Поверить не могу. Выходит, они сказали правду? Что там такое? Помнишь, я сказал, что Чернобылит — это гигантская черепаха, на которой стоит наша Вселенная? Возможно, отчасти так оно и есть. О чем ты? Похоже, он органический. Более того, демонстрирует признаки базовых когнитивных функций. В смысле, он учится. Поэтому избегает щелочи и фосфора.
потрясающе. Теперь понятно, почему тени не касаются пыли. Уж не знаю, как Матвей до такого додумался, но он попал в десятку. Остальное расскажешь, когда вернешься. Захвати пыль. Я говорил тебе возвращаться в Британию, Игорь. Но ты не прислушался. Что ж, в каком-то смысле это объяснимо. Ты все время лезешь в чужие дела. Эдакий Джокер в нашей игре. Невозможно угадать. Окажешься ты на стороне героев или крыс. Что за бред? Думаешь, я не в курсе, что ты говорил с Семеновым? Может, даже с Козловым? С кем еще, интересно? А вот твоя банда неудачников не догадывается, что ты ведешь двойную игру. Откуда ты? Как? Ты правда настолько наивен, Игорь, как дитя? Неужели с твоим умом ты не способен понять, что происходит на самом деле? Может, никакой ты не особенный? Крыса? Почему он назвал тебя крысой, мышонок? Тебя используют. А ты даже не видишь этого. Тебе не приходило в голову на 5 минут отвлечься от чужих поручений и спросить себя, зачем ты здесь? Зачем ты здесь на самом деле? Ты безумен. Чернобылит затуманил тебе разум. Слушай, никого я не подставлял. Просто кто-то отправил мне фото Татьяны и... Я видел ее во сне. Она просила меня разыскать ее. Ты лжешь. Она бы никогда... Нет. Тебе здесь не место. Но это правда. И я вижу, что ты мне поверил. Ты заблуждаешься. Семенов использовал это фото, чтобы заманить тебя сюда. Чтобы ты крутился под ногами и путал мне планы. Он манипулировал тобой с самого начала, а ты так этого и не понял. Ты недооцениваешь меня, старый друг. Да, я знаю, что это ты, Борис. Что с тобой стало? Мы не во всем соглашались, но мы были близкими друзьями. Все трое. Татьяна всегда стояла для меня на первом месте. Это правда. Но это не значит, что мне плевать на моих друзей. На тебя. Друзья. Ну да. Конечно. Борис и Игорь – друзья, товарищи. Братья навек. И все такое. Забавно видеть, как ты претендуешь на то, что тебе не принадлежит. Если бы ты только знал. Понятия не имею, о чем ты говоришь. И мне плевать. Я найду Татьяну. Если для этого придется переступить через тебя. Так тому и быть. Смелости тебе не занимать, Игорь. Но смелость без знаний ничем не отличается от глупости. Ты понимаешь, против чего выступаешь? Я в курсе, что ты говорил с этими идиотами из моей лаборатории. Их неосмотрительность стоила им жизни, между прочим. Ты убил их за то, что они рассказали мне твою безумную теорию, что Чернобылит — это такой могущественный организм, который создает сингулярности и червоточины внутри собственного многомерного тела. Мне все равно, во что ты веришь. Но как ты совладаешь с такой силой, если не можешь справиться даже со мной? Ты даже не представляешь, как ты далек от своей цели. У меня есть собственные планы, и тебя они не касаются. По крайней мере, пока. Сегодня я не буду тебя убивать. Можешь поблагодарить ее за это. Но впредь
не советую переходить мне дорогу. Кто знает, что принесет будущее. Я искренне надеюсь никогда больше не встретить тебя, Игорь. Я впечатлен, брат. Ты встретился с монстром и выжил. Мало кто может этим похвастать. И у вас типа общее прошлое, да? Охренеть, уважаю. Не серьезно. Ну что ж, спасибо. Но ты не расслабляйся, ладно? Пока что мы не достигли цели. Воздай хвалу великому крысолову! Ты встретился с самим дьяволом и выжил! Да уж, интересный опыт. Не волнуйся. Я никогда бы не поверил, что ты крысиный король или одна из его крыс. У тебя чистое сердце. Я верю тебе. Но теперь мы точно знаем, с чем сражаемся. Чернобылит — это зло! Проникшее в наш мир истинное лицо крысиного короля. Послушай меня, Игорь. Мы обязаны его уничтожить. Любой ценой. И вы абсолютно уверены в этом, профессор Семенов? Это единственное разумное объяснение. Как еще гамма-волны мозга Амалиевой могли бы взаимодействовать с Чернобылитом, если бы он не был хотя бы отчасти разумным? И что насчет ворот? Какая-то развитая форма телекинеза? Это ничего не объясняет. Ни капли.
Но если все это на самом деле правда, значит, червоточины... Но это невозможно. Почему невозможно? Вы только представьте. Слушай, если нам еще не встречались организмы, способные создать, выдержать или даже направить экзотическую энергию, возникающую возле черных дыр, это не значит, что их не существует. Значит, эти фрактальные туннели тоже органические. И мы, выходит, путешествуем по венам гигантского межпространственного Моби Дика. В настоящий момент, благодаря нашим испытаниям, на это способен только черный сталкер. Если вам так нравятся метафоры, то здесь больше подойдет гигантский межпространственный кальмар. Тогда что такое тени? Что-то типа внешних лейкоцитов? Мне нравится эта теория. Они подпитывают главного носителя и защищают его от угрозы болезней. От нас? От большинства из нас, да. Тени вышли через нестабильные врата. Вы не думаете, что это ответный удар или вторжение? Нет, я бы назвал это реакцией организма на нечто инородное. А инородные — это наши подопытные. То есть тени — своего рода антитела. Потрясающе, правда? А Амалиева — словно подходящий белок, проводник. Она может разговаривать со зверем, но и зверь может говорить через нее. Я видел, что происходит с подопытным при воздействии чернобылита. Общение с этим — навряд ли это приятное занятие. Да какая разница? Наши имена будут упоминаться во всех учебниках наряду с Ньютоном и Эйнштейном. Разумеется, профессор, все это того стоило. Выходит, чернобылит — это разумный межпространственный организм. И Таня может с ним разговаривать. Это сложно уложить в голове. Прошло уже столько времени, любимая. Почему я тебя больше не слышу? После того, как ты родила малыша и впала в кому, ты приходила ко мне во снах. Мне не хватает наших разговоров. Я скучаю по тебе, Тань. Иногда мне кажется, что я сбился с пути, потерял себя. Мы с тобой стольким пожертвовали. И теперь я понятия не имею, что ждет нас в конце пути. Но это наш единственный шанс быть вместе. Не теряй надежды. Пожалуйста, дай Семенову то, что ему нужно. Дай ему это, чтобы он оставил нас в покое. Жалкий ублюдок. Он все еще живет иллюзиями. Но мне нельзя отвлекаться. Я должен выяснить, что Семенову нужно от Тани. Невероятно, профессор Семенов, я впечатлен. Но я приехал по делу, а не из праздного любопытства. Наши инвесторы хотят увидеть результаты своих вложений. Об этом можете не беспокоиться. Они даже не догадываются, какую это может принести выгоду. В этом и проблема. Эти люди не любят сюрпризов. Они хотят точно знать, чего ожидать. Новое оружие, лекарства, новые виды транспорта. Все это и даже больше можете передать своим инвесторам, что вложенные ими миллионы превратятся в миллиарды. А что насчет радара «Дуга»? Все эти годы
Он привлекал слишком много внимания. Темные туристы и эти чертовы сталкеры. Он выполнил свою задачу. Можете из него хоть вешалок наделать. Теперь у нас есть Амалиева. Она идеальный проводник. То, над чем мы сейчас работаем, превратит НАР в крупнейший конгломерат в мире. Мы будем ворочать триллионами. Амалиева поможет нам стабилизировать врата в другой мир, мир Чернобылита. И когда мы сможем попасть туда, это будет настоящая революция. Переворот, какого еще не знал наш мир. Своего рода онтологический шок. Какой шок? Так, ладно. В общем, если вы сможете найти безопасный способ извлечь из этого прибыль, совет дает вам свое разрешение. Только, профессор, будьте благоразумны. Хорошо? Наша цель — заработать деньги, а не уничтожить мир или вызвать какой-то там шок. У меня все под контролем, все на своих местах. Нулевой пациент готов. Господи. Так вот зачем Семенову нужна Таня. Стабилизировать червоточину, ведущую в мир Чернобылита. Мне нужно добраться до электростанции. И как можно скорее найти ее, пока он не осуществил свой безумный план. Я понятия не имею, что может произойти с ней. Или вообще с миром. Нужно составить план и действовать быстро. Thank you.
Обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Ига. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Ига. Внемли голосу из пустоты. Внемли голосу из пустоты. Thank you.
Thank you.